Например, работы политобмотчика Rotoplat 770 выставлена в настройках 250% растяжения, максимальная скорость, дополнительное количество витков сверху и снизу по одному. Значит, уменьшенное натяжение на углах и максимальная скорость высоты подъема каретки. В данный момент пленка растягивается максимально, не создавая давления на углы продукции. Как видим, получается очень тщательная плотная упаковка. Доходя до верху, машина автоматически реагирует на высоту поддона и создает нахлёст, или же без нахлёста работает, в зависимости от того, какую опцию задал оператор. Пактрейд. Місто Житомир. Вулиця Коростишівська, 45.